В областной столице на благоустройство города вышли студенты и преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, представители общественных организаций, природоохранных ведомств и органов власти. Площадками, на которых проводилась уборка, стали Парк Победы, Первомайская, Комсомольская, Бобачевская и Березовая рощи, набережные Лазури и Тьмаки, Парк текстильщиков и другие. Основные силы экологического десанта высадились в Парке Победы. Фронт работ здесь довольно внушительный. Уборка старой листвы и веток, мусора, ремонт и покраска скамеек и урн, чистка акватории реки Лазури. Кроме того, здесь были разбиты две новые аллеи – Липовая и Кленовая. Свой вклад в благоустройство Твери накануне майских праздников внес и губернатор Тверской области Андрей Шевелев. Я очень надеюсь и обращаюсь к жителям наших городов и города. Все-таки надо себя уважать. А вот власть задачи, чтобы действительно была возможность куда бросить, вовремя убрано. Глава региона обсудил с представителями администрации Твери и Центрального района вопросы о дальнейшем благоустройстве парка, приведении в порядок всех памятных сооружений к 70-летию Победы. Действительно, легкие Центрального района, да и города. Наверное, здесь должен быть минимум бизнеса, хотя он возможен. А больше все-таки зон отдыха. Это уже третий в области. Субботник, и мы договорились, до 1 мая основная волна, а так, конечно, к 9 мая все должно быть приведено в надлежащее состояние.